Всем привет! Вы на канале Корза Худеет, и сегодня у меня уже второй день диеты, и сегодня 8 марта. В первую очередь хотела бы поздравить всех с 8 марта. Скорее всего, меня смотрят только девочки, поэтому нам счастья, красивых фигур и достижения желаемого веса. Наверное, сейчас это главнее. Вот. Ну и, конечно, женского счастья. А сегодня мы с вами будем кушать очень вкусно. Давайте приступим, и я по порядку обо всем расскажу. Оно немножко уже остыло, но я думаю, ничего страшного. Имбирек. Запивать буду чаем без сахара. Итак, что у меня сегодня? У меня сегодня картошка, 200 грамм и 200 грамм грибов. Но смотрится, как будто преобладают грибы. Это лисички. Собирал мой папа, еще у морозилки остались. Очень вкусно. Сегодня с утра чувствовала себя не очень хорошо. Была температура. Но сейчас она вроде спала. Я вот не знаю, мы... с девчонками планировали поехать посидеть сегодня вечером, выпить вина. В честь 8 марта. Ну, как-то... есть опасение, что мне этого не стоит делать. Поэтому я думаю, что я останусь просто дома и еще пару пакетиков выпью. Может, и завтра дома останусь работать. Вот. Рецепт этого блюда я напишу чуть ниже. В принципе, здесь все понятно. Я приготовила на 2 дня, потому что завтра у меня такое же блюдо. А в обед будет. Смотрите, здесь, ну, на каждый прием пищи я взяла 400 грамм картофеля. Ну, на 2... Упс. На 2 дня по 200. Ну... как же по-другому? И 400 грамм лисичек. Также здесь немножко лука жареного. Я его первоначально немного пожарила. И сверху обычный зеленый лучок. Все это тушилось. Немного оливкового масла, но в основном на воде. И все. Блюдо готово. Имбирь по желанию. Кстати, как вам эта милая тарелочка? Я когда сегодня ездила за порошком, я присмотрела ее для видео, думаю, что я сюда буду либо имбирь, либо лучок нарезать, что-то дополнительное. Сегодня утром у меня были хлеб с авокадо. Очень вкусное авокадо попалось. Правда, оно у меня в холодильнике лежало 2 дня. Оно как раз подошло. Очень вкусно.
Кстати, я там читала комментарии по поводу того, какой у меня рост и какой у меня вес изначально был. Вообще всю историю похудения можно посмотреть в Инстаграме, потому что Инстаграм я веду с 2017 года. То есть все это время я начинаю. Есть подвижки, потом я немножко стопорю это дело. И потом опять начинаю худеть. Вот. Но рост у меня 165-164 где-то. Я невысокая, среднего роста. На данный момент вес мой 103 килограмма. Что еще рассказать о себе? Самый минимальный вес был около 90 килограмм, по-моему, там было 97, насколько я помню. Очень вкусно. Ты цветочки такое дарит. Настроение весеннее. Правда, они уже распустились. Но ничего страшного. Просто, походу, буду есть сегодня. Рассказать особо нечего. У нас снова снег лежит. Хотя есть что рассказать. Я вчера была на тренировке и на массаже. Тренировочку мне Никита такой говорит. Сделаем небольшую, без особых усилий. У меня сейчас все тело болит. Я еле сажусь на стул. Так, без особых усилий. На минуточку. Вот. И потом я поехала на массаж. Так давно больно. На массаже мне уже давно не было. Я думала, что я не выдержу. Потому что еще когда я лежала на животе, ноги было более-менее массажировать, спину тоже. Руки очень больно. Что еще? Руки больно. Бедро, когда уже лежишь на... Короче, передняя сторона бедра. Очень больно, просто нереально. Живот — это отдельная вообще история. Она мне его массажировала от силы 5-7 минут. От всего времени, от часа. Это было очень больно. Мне хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Хотя на такой массаж нужно ходить, ну, как бы, я купила сразу 10 сеансов. Наверное, на сеансе так пятом мне станет легче, я думаю. Но... первые разы я знаю, что будут очень тяжелыми.
Картошечка утушилась, очень вкусно. Если хотите, чтобы я какую-то тему обсудила конкретно, что-то рассказала про свой опыт в похудении, напишите под этим видео. Я в следующих видео расскажу о своем опыте. Может, что-то подскажу, хотя я еще не дошла до своего итогового веса, но все-таки опыт имеется. Очень вкусно. Я уже наелась. Порция, как видите, большая. Вот. Эта диетолог, наверное, дала мне первую неделю, чтобы организм просто привык. Потом будет порция, конечно, уменьшать. Сейчас я доем и пойду просто спать. Ой. Ладно. Все, ребят, это был второй день диеты. Надеюсь, что вы уже приступили худеть вместе со мной, потому что у меня сестра тоже худеет вместе со мной по моей же диете. Также буду делиться ее успехами. Поэтому еще раз все девочки, нас с праздником, любим себя, не забываем о себе. Ну и до новых встреч, всем пока!